Остановись, повернись, оглянись, осмотрись. Ну как тебе жизнь? Все заебись. В городе темном, где ночи длиннее дня. Мокрый асфальт, вот такая, брат, хуйня. Твои слова верны, как цвет могильной плиты. В том месте, где мы живем, надо ставить точки над «и». Ведь по улице спокойно днем стало страшно ходить. Я устал, извини, в таком дерьме ебаном жить. Ты прав, без мазы, крась чужие фразы. Когда я реально могу сказать, что здесь пидорасы. То бабушку обидит из-за сраных 100 рублей. То девушек насилуют, считай их за блядей. Таких гандонов по земле сотни, их немерено. А мусора в такие моменты на жопе сидят уверенно. Берут взятки в виде денег, вырывая их из рук. Спасибо вам, гандоны, из-за вас погиб мой друг. Сейчас я сам на распутье 100 дорог стою. Глядя в темноту, вам песню свою пою. Может, я немного пьян и не трезвый головой, но никто не скажет рады вам, ведь она стой. Глядя стоя на дорогах, торгуют красотой. Гопники на улицах шмаляют наркотой. Тупорылые малолетки считают себя за блатных. Приставая к слабакам, бьют ножиком под дых. Я рассказал вам то, что вижу прямо здесь. На месте в этом городе, где плёдреная лесть. Где каждый человек пиздит, что ты его герой. Где девочка, клянясь тебе в любви, врет напропалой. Меня достала правда жизни, но надо быть сильней. Иначе будут говорить, что я какой-то гей. Иначе все мои друзья отвернутся в одной части. И девушка меня не примет, нахуй мне такое счастье. Многие считают, что я какой-то шут. Своими верными словами одеваю всем, кому скорблю, по тем, кого совсем недавно замочили. Говорю о том, как пятеро потом меня ногами били. Скажешь, я жесток, или может, я не прав. Смысла врать мне нет, ведь перед смертью один шаг. Я думаю, что и сам ты догонишь без меня. Кто держит правду слова и не сыт перед домоном. И не плачет мамочке плечо, что его жесть так херово. А если попадется такой, то в будущем он станет вором. Еще раздражает, когда мой верный друг в загрузе пребывает из-за разных там подруг. Которые в инете говорят, что мол люблю. А в реале пускают парня по хую. Смеются над чувствами, опускают у меня есть предчувствие. Когда надо мне помочь, то я ему сочувствую. Ненавидят их сразу, но все это без мазы. Любовь не надо верить, это только лишь пустые фразы. Теперь убивайте, стреляйте, мочите. Но все же вы меня даже после смерти не перекричите. Наш клип. Что я могу сказать? Кинематограф и электронный кинематограф – это весь сильнейшие вещи. Вот. И вот поэтому я могу сказать, мне было очень приятно это делать для вас. И все такое прочее. Оставайтесь с нами, и вы увидите еще много-много интересных вещей. Да достал ты меня! Достал! Достал!